Друзья, всем привет! В арендованной квартире была очень убитая ванна, точнее она и сейчас такая. Решил ее покрасить жидким акрилом. Смотрите, здесь и трещины, и сколы. Короче, жесть. Итак, купил вот такой набор на Авито. 3,6 килограмма акрила жидкого. Загуститель. Ножи, наждачные круги, перчатки и тряпочкой вытереть все без ворса. А, еще вот такая классная инструкция. Кстати, в интернете тоже есть видео, как это все сделать. Можно поставить на паузу и просмотреть. За 360 рублей купил переходник для наждачных кругов. В первую очередь надо зачистить вот этот ужас. Удаляем герметик от ванны до плитки весь. Потом малярным скотчем и туда будем заливать. Отворачиваем сливные отверстия. Убираем сливные отверстия. Обеззараживаем поверхность, когда зачистили. Итак, у нас наливной акрил для ванны, компонент номер один. Его надо сейчас тщательно перемешать. И вот такой отвердитель. Размер ванны 1,7 метров. У нас ванна меньше, но мы взяли с запасом. Из большой банки переливаем в маленькую баночку и начинаем с краев. Друзья, ну что, ушла банка 3,6 килограмма. Посмотрим, что получилось. Вот такая белая классная ванная. Чугунная. Вот так происходит слив. Мы туда постелили. Смотрим, что у нас получилось. Вот такая классная ванная. Сейчас прикрутим сливные отверстия и можно ее будет принимать.